Это программа «Игра в классики». Программа о людях, которые играют в игры, и об играх, в которые играют люди. Говорим об актуальном, вспоминаем классику. Меня зовут Платон Беседин. Добрый вечер. Сегодня говорим о главной проблеме Крыма, о водной проблеме. Ведь смотрите, ситуация с каждым днем становится все более и более критической. И по некоторым оценкам воды на полуострове должно хватить всего на несколько месяцев. Друзья, ну вот за моей спиной Чернореченское водохранилище, главная водная надежда Севастополя. К сожалению, она существенно измельчала. Вы видите эти образовавшиеся песчаные косы. Ну и одна только цифра. В мае в 3,5 раза приток воды меньше, чем в апреле. За летние месяцы также вряд ли будет пополнение. Этот мелкий дождик – это не панацея. Система водоснабжения Крыма задумывалась в советское время. Тогда, когда, по выражению Сталина, одна страна не могла существовать без другой. На практике это означало, что почти 85% потребности Крыма в пресной воде обеспечивала Украина. Ясно, что когда Киев перекрыл Северо-Крымский канал, на полуострове стало жестко и неприятно. Сначала выручала погода, ну, например, в 2014-м шли ливневые дожди. Однако год 2020, год во всех смыслах бедовый, чего только стоит Америка, оказался самым засушливым за 150 лет. И вот Крым накопил в два раза меньше запасов воды, чем в 2019. Да, все не настолько летально, как стращают нас эксперты из Украины, однако критичной ситуации отрицать нельзя. И вот если обычные жители, что называется, ощутят беду с водой по отключениям, то сельское хозяйство получит мощнейший сокрушительный удар. Уже получает. Ведь на данный момент без полива остались 150 тысяч гектаров сельхозугодий. Вот это уже Симферопольское водохранилище, и воды здесь, ну, просто катастрофически мало. Ясно, что проблема с засухой в Крыму появилась не вчера. Крым всегда был одним из самых засушливых регионов Европы, однако сейчас вот ситуация, ну, действительно близка к критической или даже катастрофической, вы сами все видите. Как не допустить превращения Крыма в пустыню? Ну вот если отбросить все эти сюрреалистические варианты, типа воду обменять на Донбасс или захватить Херсонскую область. Ну бред, конечно. Вот на данный момент в Симферополь дали воду из артезианских скважин. Кроме того, ученые предлагают добывать пресную воду из пещерных источников. Также рассматриваются варианты из подруслого стока рек добычи и добыча воды из родников. А вот для восточного Крыма, где проблема традиционно стоит наиболее остро, создадут автоматизированную систему регулирования подачи воды. И вот к 2022 году нам обещают построить тракт водоподачи от Нежинского, Просторнинского и Новогригорьевского водозаборов. Также анонсировано начало сооружения Ивановского водозабора. То есть водозаборы – это метод. Но, что еще очень важно, ведь часть воды утекает в море. Почему? Потому что 80% труб, 80% системы водоснабжения построены еще в советские годы и пришло в совершеннейший износ. Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Да, тут стоит учесть и международный опыт, прежде всего Израиля, решающего проблему за счет опреснения морской воды. Конечно, это очень дорого, но идеально на перспективу. Для решения же крымских проблем с водой понадобится много денег, очень много сил, времени и нереальное количество терпения. И, конечно же, это серьезнейший вызов для власти. Однако и простым гражданам не стоит уповать, что называется, на чужие решения. Сегодня мы реально можем помочь Крыму, себе можем помочь прежде всего тем, что будем экономить воду. Да, и при этом учтите, что Крым совершенно не одинок в обезвоживании. Вот у меня в руках книга Эдуарда Лимонова, где он расписывает будущее. И он говорит о том, что главная битва, которая нам предстоит, это битва за пресную воду. Она, а не нефть, или газ, или золото, или бриллианты, а пресная вода является главным и важнейшим ресурсом будущего. Итак, два факта, всего два факта, но их на самом деле куда больше, о которых стоит подумать. Около 800 миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде в принципе. Специалисты Международного управления водными ресурсами считают, что пресная вода на Земле, ну, закончится через 25 лет.
А вот как о предстоящей катастрофе в своей книге «Эликсир. Человеческая история воды» пишет известный антрополог Брайан Фейган. Итак, процитирую эту важную мысль. «Десятки тысяч людей хлынут через государственные границы в поисках воды, потому что вода – это самое ценное сырье на свете. Проблема усугубляет то, что 60% населения мира живет в густонаселенных речных бассейнах, поделенных между собой несколькими часто враждующими государствами». Вывод тут один, очевидный. Быть в войне. Эх, твою мать, война. И это не страшилки, не фантазии, нет, а реальное будущее наших детей и внуков. Возможно, мы и сами увидим его. Будущее, которое прекрасно, на мой взгляд, пророчески показано вот в этой книге Кормака Маккарти «Дорога». По ее сюжету отец и сын бредут по выжженной пустыне после катастрофы. Вокруг каннибалы, вода отравлена, океан пересох. И вот только тогда, что называется, приходит понимание, как пишет Маккарти блестяще. «Океаны, горы, зрелище, внушающее благоговение. Мир исчезает, как будто пленку прокручивают в обратную сторону». Всеобъемлющая пустота, словно губка, всасывающая все в себя, безжалостно и хладнокровно. Вот именно так, безжалостно и хладнокровно. Потому что нам предстоит великая битва за пресную воду, и она уже сейчас идет. Частные компании скупают права на источники воды по всему миру, а кто-то действует на государственном уровне. Вот смотрите, Лимонов приводит такой факт. Китай что делает? Он успешно буквально ворует воду, пользуясь тем, что некоторые сибирские реки начинаются на китайской территории. То есть Поднебесная как бы экспроприирует русла, отводит их от привычного пути и забирает воду себе. Все очень просто. Ну а ключевое сражение наверняка, будьте уверены, развернется за Байкал. Потому что там сосредоточен самый большой запас пресной воды в мире. И именно это великое озеро, ну, на мой, да и не только на мой взгляд, является главным богатством России. Подчеркиваю, не нефть, не газ, а Байкал. И уверен, что рано или поздно Китай предъявит на Байкал свои права. Ну, или проведет тихую экспансию, которая уже идет. Я был на Байкале несколько раз, так вот там все застроено объектами. Ну и, к сожалению, Байкал сегодня стремительно загрязняется, потому что нормативы влияния на экосистему не работают, а очистные сооружения неэффективны. Конечно, еще одна проблема в плане нашего отношения к водным ресурсам – это их загрязнение. Вот на самом деле не самое грязное озеро, но вы видите, что мусора тут хватает. С другой стороны – застройка. Понятно, что живописное место, и люди попытались сразу же это все приватизировать. Ну и в то же время обмельчание. И, конечно, это еще одна большая угроза для пользования водными ресурсами. Еще одна причина нехватки воды в Крыму. Все очень просто. После 2014 года население стремительно увеличивается. Но согласитесь, аналогичное мы наблюдаем по всему миру. И вот то, что происходит сейчас в экологии, в человеческих отношениях, в отношениях между государствами, это торжество мальтузианства. Ну о чем я говорю? Был такой англиканский священник из графства Сурей. Или Сурей, как кому больше нравится. Томас Мальтус. Он родился в 1766 году, а позднее опубликовал, тут я процитирую, эссе о принципах населения. Так вот, основное открытие Мальтуса заключалось в чем? Отвечаю. Народонаселение растет в геометрической прогрессии, а вот средства существования в арифметической. Следовательно, логично, ресурсов на всех не хватит. Соответственно, начнется борьба за них. И вот голод, войны – это все чистки населения, строго ограниченные ресурсами. Меньше народа – больше кислорода. Да, в контексте мальтузианства надо рассматривать и нацизм, и евгенику, и эвтаназию, и ограничение рождаемости. В общем, все, что мешает использовать ресурсы как можно большему числу людей. Ну вот помните, как у Орла, чье полное собрание сочинений всегда у меня на полке. Все животные равны, однако одни равнее других. Ну, по сюжету «Скотного двора», «Наполеон» и прочее. Так вот, эти Наполеоны ограничивают людей, чтобы захватить ресурсы разными способами. Вирусами, голодом, войнами, да чем угодно. Лишь бы захватить ресурсы и
поставить забор. Вот есть такая книга Наоми Кляйн «Забор и окна. Основа антиглобализма». Так вот, пишет, что Наоми, что чаще всего в современной культуре появляется образ забора. Он возникает снова и снова. Барьеры, отделяющие людей от бывших ранее общественными ресурсов, отрезающие их от столь необходимых им земли и воды, ограничивающие их возможность политических демонстраций, ограничивающие их возможность выражать свое мнение, ну и так далее. То есть забор сегодня является символом нового мира, где невозможно подобраться к ресурсам. Да, главная идея 21 века – это тотальное сокращение населения планеты, ведь земного шарика, терры, на всех не хватит. Вот смотрите, 800 миллионов человек голодают, однако, по данным ООН, треть продуктов на сумму в 750 миллиардов долларов просто выбрасываются в мусор. Ну, кстати, Лимонов делает такое интересное наблюдение. Про мусор, говорит он, можно много чего сказать. О мусоре можно сказать о народе, от которого остался этот самый мусор. То есть, что оставили после себя, например, древние греки? Всякие там горшки с великолепными фигурами атлетов. Так вот вопрос, что оставим мы нашим потомкам? Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Вот в чем парадокс. 8 миллиардов людей, которые параллельно страдают и дистрофией, и ожирением, идут, что называется, в последние времена. Ну как тут не вспомнить откровение Иоанна Богослова, да, из Библии? Тут я процитирую. «И упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источник вод. Имя сей звезде Полынь, и третья часть вод сделалась Полынью. И многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». И вот это на самом деле не эсхатологические видения, а вполне реальная картина наших отравленных вод. И вот в таких условиях такие понятия, как милосердие, дружба, альтруизм, все это становится бесполезным. Ведь эти качества мешают нам выживать. Ну чего ты? Чего ты слюни-то распустила? Здесь либо человеком живут, либо скотиной. На всех хорошей жизни все равно не хватит. Подели ее на всех. И никому ничего не достанется. И все будем одинаково нищие. Ну что вы скажете, что не слишком оптимистично, но а кто вам обещал счастливое будущее? Разве что Кампанелло, ну или Николай Носов в его путешествии «Не знайте солнечный город», однако и Кампанелло, и Носов все развалилось. Тут, конечно, я процитирую Лимонова с его очень точным прогнозом на будущее. Из книги, кстати, «Лекция о будущем». Итак, нашу прекрасную некогда планету ждет участь раскаленной Венеры. Об этой участи говорят, но прогресс и деторождение продолжаются. Мы спечем себя в угоду миллиардам чванливых, преисполненных лживой гордости людей-обезьян. Далее блестящая фраза. Цивилизации создали великие умы, а убивают ее люди-желудки. Ну а что со всем этим делать обычному человеку? Ну, во-первых, определиться, стоит ли оставаться человеком, когда в этом нет никакого смысла. Каждый тут решает сам для себя. Ну и вот простой лайфхак по потреблению. Совет от Карлоса Кастанина. Для воина быть недоступным значит прикасаться к окружающему его миру бережно. Съесть не 5 птиц, а 1. Не калечить растения лишь для того, чтобы сделать жаровню. Не подставляться без необходимости силе ветра. И превыше всего ни в коем случае не истощать себя и других. Не пользоваться людьми, не выжимать из них все до последней капли. Особенно из тех, кого любишь. Это была программа «Игра в классики». Берегите себя и помните, что жизнь только подражает литературе. Удачи вам, любви и, конечно, терпения.